В этой рубрике «Прорабы» речь пойдет о праве наследования, сделках и распоряжении имуществом. Телезритель Денис интересуется, каким образом можно оформить наследство после умершего в новом регионе Мариуполе отца. Мы с сестрой единственные наследники и проживаем в нашем городе. Мариуполь – это территория Российской Федерации. Здесь также возможны два варианта. Первый – вы с сестрой едете в Мариуполь непосредственно и у нотариуса подаете заявление о принятии наследства, открываете дело, и уже производится вся процедура оформления прав. Если у вас по какой-либо причине нет возможности приехать в Мариуполь, тогда вы обращаетесь к любому нотариусу региона, где вы проживаете, заверяете свои подписи на заявление о принятии наследства и просите нотариуса передать в электронном виде коллеге в Мариуполь ваши заявления. Нотариус их передает, тот нотариус, соответственно, их получив, также открывает производство по наследственному делу. А ваши вопросы мы ждем по телефону 8, код города 8692 88 5103.